Да, конечно. Я з твоїх відео слухала, що ти говориш про себе, що я не тіло, а я більше, ніж тіло. Що ти маєш в виду під цим? Я не совсем поняла. Ну, ти говорила, що я не тіло, я більше, ніж це тіло. А, да, да. Сознання або ще що-небудь ти мала в виду перед цими словами. Мене цей вопрос цікавить. Смотри, больше, чем тело, когда ты воспринимаешь себя не просто, что ты в теле, как, это у тебя сознание, оно выходит за пределы тела. Ты понимаешь, что дерево, этот воздух, это пространство, это трава, это земля, это есть продолжение тебя. Точно так же, как и наоборот. То же самое дерево, земля, пространство, все. То есть сейчас ты разумеешь, что это уже такое есть у тебя сознание, так? Ну да, конечно, конечно. То есть не просто человек, а уже идея продолжения сознания, да? Безусловно, когда вы начинаете слышать вибрации деревьев, когда вы начинаете чувствовать вот эту вот энергию, которая выходит из земли, ты понимаешь, что она настолько гармонично вписывается в самого тебя, она проходит через тебя, то есть она в нем не она в тебе не задерживается. И ты понимаешь, что ты есть часть этого всего. Ты это ощущаешь. Спасибо, я так хотела узнать. Спасибо, Света. Пожалуйста.